Так, мне очень стало интересно, кое-что другое. Смогу ли я добежать при полной перегрузке? Хоть куда-нибудь. Так, ну мне надо на мою базочку. Базочку, базочку, базочку. Тихо, тихо, тихо. Бежим, 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 бежим. Прыгать можем. Вроде как передвигаться тоже. Тут недалеко, всего 200 метров. Епть. Мне неохота тратить стимуляторы. На шмотки вынести охоту. Ну, конечно. Как бы сомневался. Давайте еще дождик, туманчик. Мне так по полночь вообще ничего не видел. Обожаю эту игру. Не, ну вообще, да, на первом уровне меня. Что там за хрень светится? Тоже ты видишь? Это что, стол у меня так там светится? Да. Прыгает она, мягко сказать, хреново. Ай да. Веселуха. Домофон сломался. Зайти и выйти никто не может. Прикольно. Так, ладно. Давай-ка мы это все разгрузим. Так, вот насчет кузнечиков, как бы, все как бы хорошо. Давай-ка я еду к еде буду закладывать. Ну, конечно, такая себе еда. Паршивые овцы, как говорится, хорошо стеклок. Я так ни хрена вот она собирал. О! Мнямка. Жажду ты испытываешь. Напейся хоть до дна. Так, вообще-то дай-ка я сделаю вообще вот так вот. Будет поимпозантней, элегантней. Угу. Так, ну блоки сюда. Так. Ну чё? Ой, у меня же беда со стрелами-то, ёшкин ты матрёшкин, я не забыл совсем. Так. Интересно мне другое стало. Ладно, давай немножко стрел сделаю. Блин, у меня же наконечников целая тонна была. Куда они делись? Была. Ключевое слово. Давай пока повыкладываю все, пока ненужное. Например, ствол, патронов. Ну, я, конечно, тут на 150 патронов стак. Но хотя здесь с этим бэтпаком это нормально. Приемлемо, сгодится. Так.
Это раз. Сразу давай денежку возьмем. Пойдем к торговцу. Кстати, надо посмотреть, как там торговец у нас обновляется. А денежек у меня хрен да маленько. Что-то как-то бедновато. Надо зомбиков-ка лучше марить. Ну, хоть 28 стрел сделаем на первую очередку. Это мне сойдет. Так, а мне нужно что? Мне нужно Sharpened Stone, обычное дерево, которого у меня, кстати, нету, по ходу дела, да? А, это нахрена мне вообще. Так, ладно. Что это мы подобрали? Хрененно полезная вещь. Так, примите в Хендай, мне нужна трава обычная вроде. Так-ка я сделаю немного вот этого фибера. Сейчас посмотрим. А, нет, мне кореич нужен. Так, лады, кореич будет у нас. Насчет шарпентедов. Еще один тулхэт. Так, сделаем два молоточка. Ножик пока пусть будет. Не, ну что я могу сказать? Поперли тогда. Город. А куда еще? Так, это мы все сейчас сюда выложим. Это мне будет нужно для будущих изысканий. Так, палочки оставлю, траву-то ладно, дерево фиг ты с ним. Ладно, поперлись, давай на лесопилку туда заскочим, потом туда. Мне интересно, на той хренотени мы можем стрелы делать или нет? Я думаю, ни одному мне это сейчас интересно. Всё. Так, мед дайте. Воды. Да, сейчас. С медом здесь немножечко бедово. Коли я, да, с собой ношу, я надо подумать. Может, попробуем все-таки ту базу военную запендюрить. Если будет собака где-то, то будем поле оставить. Я как-то не говорю желанием на собачку наткнуться опять. Что-то мне неохота быть, знаете ли, закуской чьей-то снова. Второй, правда, потом будет надо наколбасить еще больше, чем было. Ну, дерево сейчас тоже подколбасим. Правда, меня очень угнетает то, что дерево вот плохо так растет.
Я думал, до 1200 будет. Может, это дуб надо сажать. И надо посмотреть, кстати говоря, какую-то хренотень, чтобы лучше косить. Так, у нас в этом домике или в том, где-то печка еще была, тоже надо будет сбегать посмотреть. В принципе, шипов не на вторую орду должно хватить. Да, надо будет посмотреть, сбегать, что там с печкой можно будет заварганить. В принципе, слитки-то заделаю. Кирки у меня есть, мы немного подрихтуем это дельце. Там такой туман, что это здание только увидел, кое-как прибежав уже. Здесь мы много чего сделать не можем, понятно. Значит, да. Увы. Надо будет брать кирочку и бежать. Та-та-та-ра-та-та. Такое себе удовольствие, я тебе скажу. Гвозди, краска. Видите, краску тут насобираю, а? Умная эта физиономия. Всегда бы так. Это было бы круто. Но это по поводу прокачка нужна посильнее. В принципе, можно еще попробовать дубинку прокачать. Да. Вряд ли это будут хорошие идеи. Попробовать-то можно. Ладно, давай сделаем одну. Может, это реально? Сможем немного прокачать, хотя тут на этом уровне сложности ближний бой с зомбями немножко безумием попахивает. К тому же, походу, после 7-го дня здесь все отреспилось. Так что, возможно, будет весело. Так, ну, в принципе, гаечный ключ-то у меня есть. Надо будет подумать, как мне что-нибудь делать поинтереснее уже. Так, библиотеку мы все облазили. Да, ну это побегу охотиться за камнями. Ну, вероятнее всего. Ой-ой-ой, пролаги-то какие, ёшкин ты матрешки.
Звездец просто. Так, кандидат номер один. Так, мы можем этой дубинкой его оглушить. Это хорошо. Ну, так он нас может убить. Не, не подойдет нам дубинка. Не, ну, не под всех подойдет. Надо будет определиться, под что лучше. К примеру, этот дядька. Ну вот, девонька, она не такая быстрая. О, медок, хорошо. Раз, стоит сетка, и все равно моль как-то пролазит, блин. Ни хрена их там. Да, после седьмого дня здесь все отреспилось. Не, ну стрел-то у меня маловато. Ой. Ну да, молодец, давай. Привлеки к себе больше внимания. Меня больше всего волнует. Да. Как он выживает вообще-то, мне интересно. В смысле, как он зомби эти загасил?
Сколько у него хп? Это офицер. Ну ладно, мужик, развлекайся. Что я могу еще сказать? Когда сейчас здесь все респится, ужасно лагает. Так, какой бы мне цвет выбрать этого дурацкого прицела? Может, ярко-красный? Поэтому дяденьки мы тут всех зомби собрали. Ой, иди, скелетика убивай, господи, да тут. Чем он бегает? С кольтом или чем? Сумочка. Я смотрю, их там меньше не становится. Даже больше. Не, ну типа, конечно, жесткий абзац. Так. Move out. Уходи отсюда. Move. Двигайся. А вот. Двигайся на выход. Отсюда. Нормально. Слушай, вот то, что озвучку ребята сделали, ну так, мужики, спасибо. Приятно, да.
О. Сестренки, здорово! Да, вы поняли, куда я его веду, да? Точнее, не веду, он сам сюда идет. Мне крайне это удобно. Пипец, он тут горы трупов оставляет, ёшкин ты мансийский. Короче, просто. Кстати говоря, может, у меня там еще в ящике стрелы есть? Нет, у меня здесь есть вот как раз нужные мне перья. Так, а дерево-то я чего нашел? Так, я здесь да зачищу все еще. Бредовин. Не, такое выпадение сумочек, это еще более-менее нормально. Не больше, не меньше. Самый точный оптимал. Так, вот и наши гвоздочки. Вот еще и денежка есть к тому же. Меточек немножко, и да вот такая денежка есть. Вообще шикарно, слушай, живем. О, еще сумочка. Так, вот этого ты не можешь... Погоди, ты когда научился стрелять в этих? Они ж ползунов никогда не могли убить. Жестко. Они никогда не могли убивать ползунов. А тут смотри, научились. Ё-моё. Не, слушай, игру нехило так починили. У него очень тяжелая броня. С чем ты бегаешь? Ну, гада, патроны еще бесконечные. Ладно, он мне помог зачистить то, что мне нужно было. Спасибо ему за это большое. Так, ладно. Вообще, нахрена мне вот это вот надо?
Вы когда-нибудь испорченную консерву открывали? А? Я вот открывал. Я чуть там на кухне нахрен и не упал. А потом полчаса в себя приходил. Мне еще показалось странно, она немного, знаешь, вздутая. Я думаю, дай-ка я открою. Открыл. Там как... выдулось то, что там было. Так мне и, блин, поплохело. Ну, кто открывал, тот знает, какой это мне там... жипшмондер. Такой вони я никогда нигде не нюхал. Так, ну здесь у меня могут быть проблемы с тем, что мне нужен торговец. Надо у торговца будет зачищать все. Но у меня еще кувалда есть на прозапас. Может этого не хватить. Зомби тут много. О, блин. И дерьмо демоны же здесь. Да не буду я с тобой общаться. Блин, скотина ползающая. Так, все, его пригвоздили. Это хорошо. Ладненько, на этом, в принципе, я серию закончу. Будем опять зачищать, то есть здесь респаун зомби на 7-й день. Хм. Очень, кстати, любопытно.